Привет, я Иван, и вы на канале Маэстро Барбекю. Мы с Лехой захотели картошечку, жареную с мясом, в угольном гриле. Сейчас это и приготовим. Первое, что сделаю, подмариную мясо. Для этого возьму много лука и порежу крупными полукольцами. Чем мы все брискет, да брискет, а вот картошечка с мяском, да на сковородочке, прям вообще потрясающе. Лук вот так вот берем и вот сюда в миску. Теперь хорошо присаливаю лук. Я делаю это для того, чтобы лук начал отдавать сок, поэтому солю лук, хорошо перемешиваю. Мы с Лехой пошли и купили в соседнем магазине вот такие вот 4 куска мяса. Мясо положил на лук, пусть лук внизу маринуется, а пока нанесу специи. Нужен молотый перец. Немножко красного острого перчика. Немножко. Не надо немножко, это наш русский перчик, он острый. Не какой-нибудь вам чипотли, это прям офигенно. Возьму итальянских трав. И возьму немножко копченой паприки. Переворачиваю. И все заново. Паприка, копченая паприка, потому что даст хороший вкус копчения. Опять молотый перчик, немножко остроты и опять итальянские травы. А теперь беру и все хорошо перемешиваю, чтобы лук был с двух сторон. Специи есть, лук даст и соль, и маринад. Мясо замариновал минимум полчаса, а лучше часок, чтобы все это впиталось, перемешалось, и мясо было особо вкусное. Теперь картошечка. Мы хорошо помыли картошку. Почему мы? Потому что я мыл и уговаривал Леху ее почистить, а Леха отказался. Пополам и потом вот так вот. Вот такими дольками. Сейчас еще парочку сделаем, да? Картошку перекладываю в миску. Тимьянчик. Беру слегка вот так вот помну, чтобы он начал отдавать запах. Растительное масло. Немножко паприки копченой. И перчик молотый. Хорошо все перемешиваю. Прям уже слюди текут, уже хочется все это сожрать. Все, оставляю на полчаса, а пока разожжем гриль. Но я помою руки. Так, достаю угли, вернее угольные брикеты от Маэстро Барбекю. Постоянно так хочется пожрать, то нет времени объяснять и аккуратно разрывать. Насыпаю 2/3 стартера угольных брикетов. Рожек тоже от нашей компании. Хорошо работающий, зарекомендовавший. Одна пластинка с половинкой кладу вниз. Поджигаю. Накрываю стартером. Ждем 15 минут и начинаем жарить. Брикеты разожглись, беру разделители, ставлю на нижнюю решетку и пересыпаю брикеты. Ай, волосы главное не спалить. Ставлю решетку с GBS. Вообще с грилем лучше работать в перчатках, это удобно. Ничего не обожжете. Сейчас я принесу новую свою сковородочку, ждите. Вот он. Я купил себе вот такую сковородочку. Отлично стоит в GBS. Сейчас я ее проколю, протру. Пока она не горячая, водички сюда чуть-чуть.
налью. Ну, все-таки хочется, чтобы вещь новая на складе лежала. Кстати, продается в моем магазине. Ссылку внизу на нее прикреплю. А, сколько она стоит? Она стоит 5000 для участника чата, на который тоже внизу будет ссылка. На нее будет скидка. А? Горячо. Жар максимальный от углей. Вода прямо вот уже закипает. Так вот. Оп, оп, оп. И он туда за борт. У нас там еще куча снега. Всего лишь растопится. Ничего страшного. Мясо подмариновалось. Картошечка тоже готова. Но первое буду жарить мясо. Растительное масло. Очищаю мясо от лука. Лук сгорит. И толку не будет никакого. Вот если не отлипает, отрывать не надо. Пусть еще пожарится. Вот видите, вот этот край уже отрывается. Беру следующий кусочек мяса. Убираю весь лук. Так, следующий. Блин, Стас только что ходил с недовольным лицом, пропустили. Нравится тебе, Лёшка, картинка? Да, очень красиво. Эстетично. А, нет, не отрывается, значит, не готово. И последний кусочек. Ну а теперь, ребята, картошечка. Так, вот все сюда. Ну, лопаточку взял так и пошел мешать. Лешка, тебе уже вкусно? Я картошку не солил. Я ее буду солить в самый последний момент, когда она будет почти готова. Накрою крышкой на 3 минуты. И пока тут наведу красоту, чтобы было приятно кушать. Зелень скоро будет, весна, тепло и картошечка с мясом. А? Хорошо, Лёшка. Мясо можно один на один. Ай, какая картошечка. Аппетитная, золотистая, да, Лёш? Я осознанно не убрал лучок, в котором мариновал мясо. Теперь беру лук и вот сюда, сверху. Как, Лёш, а? Картошечка с корочкой, да? Еще в селедочке, да? Я бы еще в сальце. Буквально еще 5 минут и буду все выкладывать. Мясо готово. Мясо достаю. И пусть оно себе тихонечко тут отдыхает, расслабляется. Без перчаток никуда. Как думаете, Алексей, готовы или нет? Мы уже с вами четвертый год снимаем, дайте свою экспертную. Мне кажется, еще чуть-чуть прям. А сколько чуть-чуть? Минут 5. Готово, готово, картошечка с мясом. Картошечка с тимьянчиком. Картошка идеальная.
пробуем мясо. Вот там, где с ребрами было соединение, вот этот вот треугольничек самый-самый вкусный. Ну, видите, сочный, полностью прожарился. Ну, это прям классика мясная. А? У меня слов нет, это очень вкусно. Это очень просто и вкусно. Пишите лайки, ставьте комментарии. Всем теплой весны.